Добрый день, уважаемые гости, уважаемые посетители. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, Лилия Загировна. Мы сегодня в Национальном музее открываем выставку, документальную выставку, посвященную столетию выдающегося сына башкирского народа, знаменитого композитора, общественного деятеля Загира Гариповича Исмагилова. Хотелось, значит, участвовать в беседе с Загиром Гариповичем. Он очень тепло отзывался о музее, вот, и всегда обещал, сам приду, сам принесу свои, значит, экспонаты и так далее. Но получилось так, что жизнь она сложная штука. Вот. И вот мы сейчас проводим открытие этой выставки, но его прям. И я с большим удовольствием сейчас слово предоставляю дочери Загира Гариповича. Загира, пожалуйста. Знаете, отец ушел очень рано из семьи, потому что так получилось, что он родился совершенно беленьким в семье, а все остальные были черненькими. Знаете, отец как-то его из-за этого не очень-то любил, потому что он считал в самом начале, что это не его сын. Знаете, он совершенно представляется, совсем блондинный, не говоря о мальчике. Ну вот, и он был младше своих братьев, у него было два старших брата. И вот семья, в общем-то, родится в семье Бесарубов, знаете, и вот наши деды, прадеды были вообще очень сильные, крепкие люди, по 2 метра высотой, вообще совершенно фантастические вообще силы. И вот мой, значит, дедушка, как-то другие братья в это время не ходили с ним, а он ходил, вот меня соповал с детства практически. И так получилось, что вот, ну как бы, вот мать его обожала, мать его очень любила. Отец как-то вот в самом начале как-то так вот не так, ну, так получалось вообще их отношения. Вот. Потом-то он его признал, конечно, но в общем, в самом начале было непросто. Когда ему исполнилось 13 лет, он дал ему какую-то очень небольшую сумму, тогда тогдашние деньги, и сказал, ну все, вот сын, иди в Вену. И отец пошел через Армению, да, Белорецкую, через там Лесабу, и потом он даже не рассказывал, что он дойти, он как-то ушел, и для того, чтобы там волки были, привязывался, поднимался вот наверх, завязал на эти деревья, привязывал себя, и там еще что-то. Забрали, ночью там спал. Почему он дошел до Белорецкого района? Потом вот его жизнь пошла уже такая, что ему никто не помогал. Вы знаете, он сам. Вот вообще удивительно, что другие, вот, вы знаете, вот из села пойти, вот в 13 лет можно хоть кого угодно превратиться. Можно воровать, можно не знать, чего делать. Вообще судьба может вообще вот, человека как бы совсем ранить, не знать, чего сделать вообще. Так, а он как-то шел по своему пути. Видимо, судьба, судьба была готова ему дойти до очень высоких таких больших высот. Ну, так получилось, что когда он уже училище, вернее, там в техникуме учился, то он поступил туда. В общем, все время старался как-то выйти. Для детства призвание, потому что уже тогда, работая таксатором в Белорецком леспромхозе, он, значит, встречая тростники Гурая, срезал и уже пытался играть, извлекать какие-то мелодии, как Михаил Закиров сказал, старший брат был первым учителем. И действительно он впитал вот в это время, в самое драгоценное время в жизни каждого человека, детство и подростковый возраст, да, отрочество, вот именно всю красоту родного края, которую он потом на всем протяжении своей творческой жизни изливал. Да? И, значит, я хотел бы представить слово сейчас нашему сотруднику, который является его, да, ученик и выпускник Загира Исмагилова. Дорогие друзья, я бы хотел, конечно, присоединиться к словам. Самое интересное, наверное, что бы я хотел сказать. Я бы не стал музыкантом, если бы моя мама не научила в 4 года меня петь вот эту вот песню, которую вы слышите. «Бал-бал» называется. Я в 4 годика пел эту песню. У нас были в гостях в то время совершенно молодой еще цветущий Загир Гарипович Исмагилов, Мустай Карим,
Назар Нажмиев. Совершенно молодые люди, у меня отец был журналистом, они были в гостях. И вот они меня ставили на стульчик, и я пел песню «Был-был». И посмотрите, тут мы видим такие эксклюзивные кадры, благодаря вот нашему Халилову, сотруднику Шату Маратовичу, видимо, в самом таком нежном возрасте, да, вот он занимается. Причем занятия были очень демократичные, да, и мы здесь видим разного возраста студентов. На тот момент у него, значит, Шат Халилов был все больше в 8-м классе учился. Рядом вы видите Айратыка, значит, Каримова, будущего преподавателя училища искусств. Мы видим с нами и, значит, Айратыку Багушева. И мужество Исмагилова. Вообще быть композитором очень сложно. Композитор должен быть широкомасштабной личностью, развитой, знать и философию, и филологию, и гуманитарные науки. И науку, и технически быть подкован, и здоровье нужно, и психика нужна очень крепкая. Вот Лавел Загирна вам говорил, он был председателем президиума, он был председателем Союза композиторов, ректором Института искусства, депутатом, еще депутатом. Это же невероятные нагрузки. По ночам он работал, спал порой 2 часа только в сутки. Вот каким потом, ну можно серьезно сказать, потом крови ждается. Спасибо большое. Память о композиторе. В 2003 году, 30 мая, композитор не стал. Есть дом-музей Загирна Исмагилова, деревня Сергеева, в Белорецком районе. Написано нашими художниками славными Мухаметовым и Фульман, портреты в разное время, да, в разные годы. Большой жизненный путь, творческий путь прошел Загир Гарипович за 87 лет своей жизни. Ну и посмотрите, он увековечен с 2008 года у нас рядом с Башкирским государственным театром оперы и балета. Именно на сцене этого театра ставились и Салават Юлаев, а еще забыл сказать, вот ваш драмтеатр «Мажитов» и «Фурит Кабаса» с репертуара не сходит, да, и музыкальная комедия. Известная. Рядом все-таки с этим классическим нашим театром опера-балет установлен памятник Ханифа Абдурахманова, Хабиб Рахманова, Загиру Исмагилову. Тут он представлен как кураист, потому что действительно вот благодаря кураю он поступил, не зная нисколько нотной грамотности, это было еще возможно вот в то время. Ну и действительно не зря, наверное, сила такого вот благополучие, что ли, тех достижений, которые, значит, он демонстрирует здесь вот вместе на Исмагилове. Ректор Института искусств Загир Исмагилов, бывший лесоруб, ныне виднейший композитор республики. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, обменивайтесь нашим видео с друзьями и коллегами, а также следите за нашими новыми видеороликами. Спасибо, до свидания.